Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике хочу попытаться изготовить лекало для профильной трубы. Ролик будет иметь чисто экспериментальный характер, прошу строго не судить. Если данное видео будет интересно зрителям, наберет много просмотров, наберет много комментариев, то я продолжу данную тему по изготовлению самодельных лекал. Попытаюсь сделать разные лекала, более большие, маленькие, для вензелей. В общем, пишите свои комментарии. Обязательно поставьте лайк или дизлайк под этим видео. Итак, изготавливать буду я лекала из полосы толщиной 4 мм. Ширина полосы будет 35 мм. Хочу изготовить лекало, чтобы оно имело равномерное расширение, а не как вот это стандартное расширяется под конец. Хочу сделать что-то вроде вот этого лекала. Но это лекало имеет один косяк. Оно сделано кверх ногами. И станок приходится крутить в обратную сторону, что не совсем удобно. Я бы сказал, даже крайне неудобно. В общем, друзья, смотрите видео. Мне самому интересно, что получится. Если эта тема будет интересна, то оно получит продолжение в следующих роликах. Ну, начало похоже, а дальше завиток уже идет более разогнутый. Ну что, будем подгонять, пробовать. Так, друзья, нашел вот старый завиток, так как кончик у него более крутой, я его отрезал, чтобы не мешал. Сейчас начну приваривать полосу к основанию. И так как полоса, она неравномерно расширяется, сначала завиток тугой, а потом начинается резкое расширение. Буду надевать на него сверху вот этот вот завиток и зажимать его. Отрезал кончик отсюда. Сейчас также закручу его на станке и установлю сюда как первый этаж для основания. Так, ну и теперь нужно придумать, как закрепить зажим. Так, ну сейчас приварю две вот эти 25-е трубы, два обрезка. И сделаю как бы постель для 25-й, для зажима. Будет у меня вот так вот он ходить.
Ну, какая-то такая вот лабуда получается. Так. Так, я думаю, надо будет закрыть. Ну и будем пробовать, что получилось. 20-я труба. Труба 20 на 20, стенка 1,2. Так, диаметр завитка 30,5 сантиметров. С 20-й трубой справляюсь на ура. А с 25-й трубой уже шутки плохи. Попробую сейчас усилить вот это место. Вот так вот наложу, обварю все это дело. И попробую, наверное, закрутить 25-ю трубу. Ну и вот, друзья, что получается. Это 20-я трубка, стенка 1,2. Это 25-я стенка 1,5. Заломов никаких нету. И чтобы на декоративном прокате не было вот этой вот гофры, на 20-й трубе нужно брать стенку 1,5. Тогда гофры вот этой не будет. Ну, тарашки у меня нету, к сожалению, кончилось. Попробовать нечем. И вот 25-я. Складывается она аккуратно вот по этим усилениям декоративным. Получается как бы ступенечками. Ну, после покраски это смотрится довольно нормально. Как будто это ручная работа. Вот, например, лавочка. Тоже 25-я труба. Тот же декоративный прокат. И вот так вот она ступенечками складывается. Оставляйте свои комментарии. Пишите свое мнение. Стоит ли снимать подобные эксперименты. Продолжать с изготовлением самодельных лекал.